Здрасте. Всем привет. Я растрёпанный, снял маску. И вот такой красивый. Так, что я хотел рассказать. Буду записывать ролики. Небольшие, времени нет. А вот на небольшие есть. Может, я кому-то пригожусь. Сегодня бы хотел сказать о проблеме, которая у меня возникла. Есть такие патроны токарные. Все их, наверное, знают. Китай и все такое. А проблема с этим патроном заключалась в том, что... купив его через Авито, вот. Сейчас я достану этот патрончик. Вот он, собственно говоря. Купив его через Авито, я, ну, проверить, как он бьет, не бьет, ну, никак не мог. Следовательно, продавец сказал: все хорошо, я там у себя проверил. Я приехал, поставил к себе. И сейчас я это продемонстрирую. Давайте я это и продемонстрирую на своем корвете. Сейчас снимем. Ну, для начала, я думаю, видно, этот патрон не бьет. Практически не бьет. Ну, меня устраивает его уровень бьет. Вот он. Выглядит он абсолютно так же. То есть, точно такой же патрон. Тут делительная часть. То есть, по сути, ну, губки стоят разные, понятно, да? По сути, все одинаково. Но вот этот патрон, который у меня стоял, теперь ставим вот этот. И смотрим, что происходит. Я не знаю, ну, должно быть видно. То есть его фигачит просто как черт знает что. Работать на таком невозможно. Вот. А его бьет прям, ну, я думаю, что это видно и на видео. Сейчас посмотрю. Ну, мне кажется, видно. Но я вернул обратно этот патрон. И у продавца оказался токарный станок Корвет, ну, что-то типа Корвет 70, маленький. Вот сейчас покажу, какого плана. Вот такой маленький станочек. Так вот, на вот таком маленьком станке, если установить, этот патрон не бьет. С чем это связано? Мне кажется, с длиной резьбы. То есть здесь получается, он закручивается на всю длину резьбы, а там резьба короткая, маленькая, и, соответственно, он на всю резьбу не закручивается. Как я вышел из положения? Я вот этот патрон сломался у меня. Ну, так как это Китай, поэтому внутри механизм, там такая улиточка, да, которая позволяет этим губкам ездить, когда крутишь ключом. Я вытащил ее из того патрона, немного доработал напильником и поставил свой патрон. И продолжаю работать. То есть у меня теперь как бы есть патрон, который я куплю, наверное, попробую найти, может быть, на Авито, если кто-то уже искал, кто-то менял, скиньте ссылку, может быть, есть у кого-то детали отдельно от этих патронов. Но вот такая беда, то есть, если будете покупать там на Авито или как-то еще, учтите, то что либо их балансируют на короткой резьбе, либо как-то нарезают, что короткая резьба good, а когда дальше, все, не знаю. Но вот с такой проблемой я столкнулся. Ну, а сейчас все отлично, поскольку работаю на патроне, который у меня был старый. Вот. Еще по поводу патронов. Я покрываю маслом прямо на токарном.
И они у меня в таком состоянии. Вот в таком становятся. И раз в определенное время, механически, я все это дело, все вот это безобразие счищаю. Вот, потому что уже тоже начинаются какие-то свистопляски с этим делом. Вот, но это увлекательное счищение я показывать не буду. В общем, хотел показать вот эту проблему с тем, что токарные патроны с виду китайские одинаковые, они немного не одинаковые все равно. Но детали от них подходят. То есть, что у вас сломалось, можно будет его модернизировать. Губки подходят, единственное, ключи разные. То есть, вот у этого более дешевого китайского патрона ключ под шестигранник, а тот, который у меня, ключ под квадрат. Вот. Все. Всем спасибо. Ничего сегодня больше не будет. Сегодня в работе у меня вот такие крышечки. Все. Всем пока.